Добрый день, я пастор села Георгиевка, Христианская Церковь Слова Жизни. И сегодня мы все участвуем в молитвенном марафоне, который посвящен Дню памяти жертвам Холокоста. Это очень важная тема, потому что мы верим, что когда мы будем молиться и будем помнить об этом, то и Израиль, и мы соединимся в один народ, когда придет Иисус Христос, и мы станем одно. Благословляю всех тех, кто молится за Израиль. Аминь.